что убили, значит убили. Что происходит внизу. Уверен, Нарису это в радость. Пакостная он личность. Лучше помолчи, если тоже туда не хочешь. Тогда работать в кузне придется мне.
это было? Наверное, их спугнули.
Ты здесь? А я уж думал, что ты сюда не доберешься. Так я и думал, что ты и не вспомнишь, как тебе довелось побывать тут в первый раз. У тебя была та еще ночка. Думаю, посох по праву твой. А, перья ворожей и прочее. Можешь их выкинуть, понимаешь? Мне нужно было что-то такое, чтобы дать тебе стимул напиться и повеселиться от души. И у тебя это прекрасно получилось. Я уж сотню лет так не развлекался. Просто шутка? Да и дрический лорд разгула не занимается просто шутками. Все начиналось как мелкая забава, признаю. Но вскоре я понял, что из тебя получится интересный носитель моего не очень святого посоха. Да на здоровье! Но тебе, я думаю, пора идти. Нечего тебя тут держать вместе с посохом. Посмотри, что у меня есть. Наверняка ты найдешь то, что и. Бейронт сказал, твое прибытие совпало с казнью. Кто-то зовет мой товар мусором, но для меня это сокровище. Во всякой всячине тебе всегда рады. Вот
Вот сейчас я брошу все брюки, юбки, платья. Одежда действительно на любой случай. Наконец-то. Если ты идешь в Синий дворец, лучше смени костюм.
Думаю, мне просто... Тут кто-нибудь есть? Что это было? Какая неожиданность, а? Тебе не спрятаться от меня. Тебе не спрятаться от меня. Thank you.
секретное заклинание, чтобы превращать деревяшку в золото. Да, нет, так, чтобы деревяшку в золото.